люди улыбаются, людей все интересует. Это говорит о том, что конференция выполняет свою задачу научно-образовательную, потому что я вижу то, что на лекциях количество людей, которые и заинтересованные лица. То есть люди слушают, люди смотрят, им нужны эти знания, нужна эта информация. То есть это то, что привлекает. Это очень важно. Это единственная эксклюзивная конференция на территории России. Конечно, я это не пропущу. Очень позитивно, очень профессионально, все на высочайшем уровне. Очень информативное это вот мероприятие, которое, я считаю, даже не то, что профессионалы должны посещать, это понятно, само собой, то есть как бы учиться всегда надо, дальше продолжать, потому что всегда что-то новое узнаешь. Но и людям, которые только начинают, как вообще жить с собакой. Даже под словом «жить» тут очень большой диапазон понятий.